Для жителей села Платоновка состоялось значимое событие. В селе появится храм. Будущая церковь будет носить имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии. Сегодня на освящение закладного камня прибыли церковнослужители и местные жители. До этого в Платоновке никогда не было церкви. Местные жители посещали храмы в городе или в ближайших селах. Уже давно поднимался вопрос о строительстве, но только 2 года назад решение было принято. Сегодня заложили камень и крест в знак основания будущего православного храма. Местом выбрали пустырь на въезде в село с правой стороны.